как дела-то, а? Молодежь. Все нормально? Самое главное, не деремся. Понятно? Да они уже как будто бы это, вот сейчас смотрю, да, как будто бы уже взрослеют, что ли, уже меняются, уже как бы понимают, что смысл драться-то. Вот, вроде бы уже нормально. Как-то так. Бегают же, играют. Последить надо все равно. Сейчас бегают, играют. Какая-нибудь хуйнюшка и все. Опять началось, опять ищи веревки, растяжки. Очень-очень тяжело вообще одному, когда два кобеля идут в бой. Это очень тяжело растащить одному, прям не рекомендую. И если вы с этим столкнетесь, сразу ошейники, поводки используйте и растягивайте. Только с ними, то есть к дереву или к забору обязательно. То есть одну собаку надо прикрепить, а вторую от нее отстегнуть. Если вы этого не сделаете, у вас просто не получится растащить собак. Поверьте мне на слово. Просто вы будете пытаться, а они будут друг друга кромсать и кромсать. Просто фарш. И у вас ничего не выйдет. Я это проходил. Пока не будешь использовать вот технику безопасности, которая уже есть в практике, да, использованная, заложенная, лучше ее использовать. Идет зацеп собак, все, сразу хватаешь ошейники, поводки, все, на одного цепляешь, прям не обращая внимания, вот они дерутся, там куски мяса, кровь брызжет. Хладнокровно этого всего не видишь, одеваешь, короче, ошейник и тащишь одну прям, они там двое между собой, ты все равно этого не видишь, приматываешь к дереву, надо быстро все делать, конечно. Чем быстрее ты это сделаешь, тем меньше ущерба будет нанесено твоим собакам, и ты их меньше будешь лечить. Все, после этого берешь стек, отцепляешь вторую. То есть, получается, дерево с поводком создаст эффект второго хендлера. Всем добра и здоровья.